Это оверкиллинг, слишком большое хорошее оружие «Сармат» для Великобритании. Для Великобритании не нужно вообще ядерное оружие. Достаточно один или полтора залпа многоцелевой подводной лодки с цирконами и порядка 50-60 электростанций Великобритании через 10 минут перестанут существовать. И вся Великобритания вернется в каменный век. За 10 минут. Больше ничего не надо. Ни ядерного оружия, ничего. В каменный век оно вернется за 10 минут. Это оверкиллинг, слишком большое хорошее оружие «Сармат» для Великобритании. Для Великобритании не нужно вообще ядерное оружие. Достаточно один или полтора залпа многоцелевой подводной лодки с цирконами и порядка 50-60 электростанций Великобритании через 10 минут перестанут существовать. И вся Великобритания вернется в каменный век. За 10 минут. Больше ничего не надо. Ни ядерного оружия, ничего. В каменный век оно вернется за 10 минут.